Фортуна капризная все-таки дама, улыбку фортуны сорвать нелегко. Иной угодить, чтоб и стелиться прямо, и это ему не дает ничего. Я с этой дамой знаком еще с детства. Она где-то рядом со мною жила и в гости бывала. Ко мне по соседству когда-никогда заглянуть да могла. Подарки ее так мне были приятны, что просто словами не рассказать. Детей она любит. Вполне вероятно, у них ведь запросы не взрослым подстать. Сейчас ее встречу и носом воротит, и знать, мол, не знаю. И вижу впервой. Фортуна, привет! Неужели не вспомнит? Фортуна качает нет-нет головой. И вдруг присмотрелась, немного запнулась, как будто искала кого. И нашла. Она, как когда-то, тепло улыбнулась, затем подмигнула и дальше пошла. С тех пор не подходит она ко мне ближе и в гости ко мне не приходит давно. Но я не грущу, что годами не вижу, я знаю, что помнит меня все равно. У каждого в жизни бывает когда-то фортуна стучится в закрытую дверь. Она, как обычно, всегда с нами рядом. Захочет, зайдет, улыбнется, поверь.